velosklad.rf. Шоссейники в наших обзорах редкость, но когда появляются, всегда радостно их обозревать. Старк Пелотон – это вполне себе достойный экземпляр на алюминиевой раме, разумеется, сплав 6061 – достойный материал, который и легкий, и прочный. Во всяком случае, попробовав велосипед взвесить, будете приятно удивлены. Конечно, это вам не трек, но катит очень хорошо. Еще бы, ведь тут навеска предпрофессионального уровня – 18 передач. Фишка вело – карбоновая вилка Carbon Air, так что модель очень даже перспективная. Берете Старк на предпрофессиональном оборудовании, копите сезон на карбоновую раму, у кого туго с работой, много соревнований, тот пусть копит 2 сезона. Меняете раму, и у вас готовый карбоновый шоссер. Осталось только прокачать навеску, так что модель будет расти и развиваться вместе с вами. Сайт-магазин велосклад.ру. Still.